Хмельницкий, Хмельницкий, Запорожье. А ну еще поговорите, я подстроюсь на вас. Да, пожалуйста, здесь 120. Ну, здесь тоже работают корреспонденты, могут тоже мне мешать. Где сейчас автор, но... А, принято, Юрий. Ну, для двух ламп 620, ой. Дело в том, что G7B это такие лампочки интересные. Вот из них... Давайте 180, 180, 27, 180, 27, 180 QSY. Так, есть, есть, отлично, принимаю. 5556, Александр, Запорожье, QSL. Да-да, принято. Но антенну я не принял. Какая антенна у вас? Четвертушка, четвертушка. Четвертушка волны этого диапазона с противовеса прием. А что за радиостанция? Алинка TX-70, такое радио, знаете. Да-да. А у вас есть возможность сейчас QSO наше записать, а потом, если что, там поделимся? У меня сейчас, ну, у меня канал есть на YouTube. Я сейчас записываю ролик как раз с вами. Выложу, посмотрите. Вот, чтобы вы тоже записали потом, если что, подивлюсь на себе, QSL. Я бы записал, но мне ничего не готово, я тоже иногда пишу, вот, тоже есть канал, по ремонту аппаратуры. Сейчас, к сожалению, наверное, не получится. Но я попробую сейчас секунду. Ну попробуйте там телефончиком записать, хоть что-то. Сейчас, секунду, ты еще это делаешь. Так, 120-й город Хмельницкий, здесь Запорожье, 11.39, Александр. Антенна квадрат в горизонте, 100 ватт и трансивер SV2011 RDX. Так, ну записывайте сейчас, да? Да, сейчас вот пишу, не знаю, как получится. Ну, до 9 баллов сигнал выходит по метру. Немножко станция качает, так, там 5-6 баллов сигнал опускается, но кто не мешает. Чистота свободна, потом очень прекрасно. Так, ну аппаратуру вашу принято. Есть хорошее радио, без проблем. Ну, мощность у меня небольшая, потому что здесь КСЗ у меня не очень. А вот сейчас. Чистота около двух. Сейчас данный у меня на 28,500. Еще что-то здесь. Вот. Последнее время контакт уже пропадает, это или вода, или ветер уже стал, надо будет посмотреть. Александр, скажите вот мне по микрофону, как вы меня принимаете, нормально? Там, что по микрофону, усиление хватает, это время? Да хватает, учитывая, что на вас ничего не показывает по уровню сигнала, да? То за счет модуля своего как раз слышно хорошо вас. Запишите название моего канала, как раз если что, потом в комментах мне напишите, я зайду на ваш канал. В общем, канал называется, как мой позывной на КВ, UR3QQC, United Romeo 3 Queen Queen Charlie, UR3QQC, QSL. Да, QSL, 3QQC, я записал, уже постараюсь закинуть, вот, да, как-то тоже забросил канал, раньше писал, чтобы интересно, тоже когда-то был интерес взять там, видео позвонить, там, ну, КВ, так, да, все забросил. Внимание пропало, ну, имя, естественно, не было, вот сейчас приоткрылось, как-то уже настроение есть. Хорошо, я не буду задерживать вас. Спасибо за контакт, спасибо, что ответили.
Ну и до встречи на диапазонах. 11:39 здесь 120-й. Так, 120-й, а все-таки имя. Меня звать Александр, вы свое не назвали имя. И назовите название своего канала. Как он хоть называется у вас? Так, ну позывной мой радиолюбительский. Ульяна Радио 5, Тамара Светлана. Вот. По нему поищите, найдете. Вот. Информацию. Зовут Александр. Ульяна Радио 5, Тамара Силова. До работы аппаратуры есть канал. Там в Гугле есть, так что найдете. Это два канала. Ага, тезка, принято, хорошо. Ну, в общем, я сегодня вылажу ролик, пошукаю ваш канал, и не забудьте, выложите свой, окей, хорошо? Да, я постараюсь, я не обещаю, что это будет сегодня-завтра, но по возможности закину. Вот. Хорошо, спасибо. Всего еще раз, всего доброго, до встречи на диапазонах. Это тройка, пока-пока. Да, Саня, всего наикращего. 7-3, до побачення.